О, господи! 100! 100! 100 триллионов осталось! А-а-а! Все, уменьшается со скоростью света! Держите кулачки! Держите! Ага, попався! И я вижу, ты заглянул на этот видосик для того, чтобы посмотреть новую серию Unboxing Simulator. В этой серии мы с вами разблокируем последнюю локацию и напоминаю вам, что я как бы уже могу разблокировать эту локацию. Я что-то совсем забыл, что эта локация стоит не 750 триллионов, а просто 700 триллионов. Ну что ж, чувачки, я думаю, что мы сейчас с вами должны подготовиться немного для этой локации. У меня есть 900 тысяч коинов, и эти 900 тысяч коинов я должен потратить на яички. Постараемся с вами выбить сейчас себе самого-самого редкого питомца, которого только сможем выбить. Тостер легендарный. Шанс 14%, но это не эпично, да, как бы я все равно хочу себе более классного пета. Ну, опять тостер. Тут вот есть годли питомец, у которого шанс выпадения 0,05%. Это очень маленький шанс. А у того супер редкого питомца, который просто с вопросительными знаками, 0,017%. Это невероятно низкие шансы. Мне кажется, что даже если я открою 100 таких яиц, я все равно не смогу себе выбить этих двух питомцев. Это просто нереально. О, эпический питомец, мидбол. Ага, вот он, 17%. Я хочу выбить себе божественного питомца. Господи, как же мне его достать? У меня осталось всего лишь 600 тысяч гемов. Как же мало их осталось, шучу. На самом деле это очень много. Многие из вас даже в прошлой серии писали: Пози, как тебе удалось столько гемов нафармить? Объясняю вам, чуваки. Куча шапок, куча различных шапок. Если ты выбиваешь какие-то классные шапки, то обязательно ты будешь получать награду. Награду много-много гемов. Так, окей, давай мы тогда до конца сольем все свои гемы, которые мы накопили, потому что в любом случае у нас не особо много шансов выбить себе классного вот этого вот пета, но все равно давай попытаемся. Сливаю все свои гемы. Блин, если бы у меня была возможность достать себе какой-нибудь более большой шанс на выпадение этого питомца, было бы нереально круто. Так, питомц, какого у меня уровня здесь все петы? Тут есть 55-го шеф, космический питомец, снимаем его, Сатурна снимаем. Блюцерберуса оставим. Так, ладно, шеф, сорян, тебя тоже нужно снять. Астропета снимаем, пришельцев снимаем с планеты жопа. И надеваем с тобой тостеры. Давай, сразу 3 тостера надеваем, потому что тостеры это круто. И давай мидбол, это у нас мясной шарик. Надеваем мясного шарика. Чем больше мясных шариков, тем круче. Ну и нам нужно с тобой отправиться к визарду и зачаровать своих питомцев. Давай-ка мы с тобой попытаемся вкачать сейчас вот этот лаймовый кейк. Так, лаймовый кейк. Ну, давай нажмем энчант. И вуаля, у нашего питомца 5 скоростей и 232 звездочки. Крутяк. Вау, вот это я быстро летаю. Вот это я понимаю скорость. Ого, я даже все очень быстро начинаю ломать. Ладно, я и до этого вроде все как быстро ломал. Ладно, окей, неважно, забей. Забудь, что я только что сказал. Я просто не понимаю, что сейчас вообще уже происходит. Это уже какая по счету серия? Пятая или четвертая? Я не помню. Наверное, пятая. Или может быть четвертая. Я сбился со счета. Четвертая серия, 100%. И после того, как ты поиграешь куча-куча часов в этот симулятор, ты поймешь, о чем я сейчас тебе говорил. Да, я немного уже запутался, что здесь происходит, поэтому сейчас я открываю последнее яичко и разблокирую новую локацию. И вуаля, мы с вами опять получили мясной шарик. Так, ну что ж, открываем с вами локацию за 700 триллионов. И что я вижу? Огроменный подарочек. Давай мы с тобой попробуем его сломать. Ого, как же быстро я дамажу. Посмотри на меня. Гря! Гря! Вот эта скорость! Вот эта скорость! Так, окей, мы с вами получаем награду за разблокирование новой локации. Ну и получаем с вами кучу-кучу миллиардов подарочек. Блин, мне кажется, этот подарок просто нереально сломать. Мы ему даже миллиметрик хп не снесли, ты понимаешь? Ни миллиметрика. Ладно, окей, зато это отличный способ пофармить себе кучу-кучу денег. Сейчас я здесь нафармлюсь и пойду себе куплю какой-нибудь супер крутой меч за квадриллионы. А, стоп, он там стоит 66 квадриллионов. Нет, это слишком много. Ладно, я попытаюсь потом доломать этот подарок. Может быть, как-то да получится. Этому подарку мы уже снесли половину хп. И мне кажется, что когда мы сломаем этот подарок, мы с вами получим каких-нибудь супер крутых редких питомцев. Или же мы с вами получим очень много денег. Я, короче, ни разу не видел, чтобы
кто-то нормально мог доломать до конца этот подарочек. Точнее, я сам не досматривал еще такие видосики. Зато реально здесь классно фармить деньги. Это же очень просто, это просто изи. Сколько у него хп? 15 квадриллионов хп. Окей, ладно, хорошо, мы сейчас ускорим всю задачу. Давай-ка мы с тобой сейчас купим 120 квадриллионов. И пойдем себе купим какой-нибудь супер топовый меч. Самый классный меч, который вообще есть в этом симуляторе. Я знаю, что он стоит 66 квадриллионов, если я не ошибаюсь. Итак, weapons. Вот он, где-то он тут был. А, 55 квадриллионов, окей. Покупаем с тобой этот меч, и все, у нас, в принципе, есть самый классный меч, который вообще когда-либо существовал. Ну и, в принципе, нам останется с тобой только новые шляпы себе нафармить. Окей, давай мы себе новую шляпку какую-нибудь выбьем. Офигеть! Я просто в шоке, я даже обычный подарок очень медленно ломаю. Вот так вот, да. А ты чего хотел? Ты думал, что в сказку попал? Нет, это последняя локация, самая сложная. Ладно, я доломаю вот эти вот подарочки вначале, все маленькие, да? И потом уже буду стараться ломать огромный подарок. Я знаю, что они его еще не скоро доломают, да? Очень не скоро, давай посмотрим, насколько не скоро. Еще очень и очень не скоро. Так что пока что поломаю вот эти вот подарочки. Постараюсь я достать какую-нибудь новую шляпу. Если я достану себе новую шляпу, то, в принципе, прогресс должен как-то немного ускориться. Совсем на капельку. Так, еще плюс 5 триллионов. Ну да, сейчас я получаю очень неплохие бонусы на самом-то деле. Да блин, где все шляпы-то, а? На последней локации. Они должны здесь спавниться. Шляпы! Мне нужны шляпы, хотя бы одну шляпу, пожалуйста. Или, возможно, на этой локации уже шляпки выпадать не будут. Кстати, что очень даже вероятно. Мне кажется, что прошлая локация, это была последняя локация со шляпами. О, нет, я все-таки себе что-то выбил. Трибл Лейдер. Так, окей. Сейчас я получаю огромную-огромную награду. Куча гемов. Миллион гемов получаю себе в подарочек. Ну давай. Лям гемов! Это симулятор кликера! Офигеть, что происходит? У меня шапка, походу, 3000 уровня. Потому что я бесконечно собираю эти награды. Как же это круто! Ладно, я шучу. Я уже устал нажимать на кнопочку claim. Офигеть, что мне за шляпа выпала? У меня уже миллион гемов. Вот это я понимаю халява. Да камон, собирайся уже, а? Как собрать все-то? Здесь должна быть кнопка собрать все. Какого уровня у меня шапка? Шапка у меня 4000 уровня. Окей, я ее надену. Заместо этого я сниму вот эту вот белую шляпу. Сразу две такие сниму. Эту надену. Давай продолжаем нажимать с тобой на клейм. Два ляма гемов. Мне кажется, я столько в жизни потратить не смогу. Ну, наконец-то! Как же это было сложно! Так, ну давай постараемся с тобой поломать этот подарочек. Да нет, серьезно? Мы ему ни хпшеньки не сносим. У него 15 квадриллионов хп. Нужно просто огромной толпой фул прокачанный бить этот подарок, чтобы хоть как-то его доломать. Ну, где-то минут за 20 мы, может быть, его и сломаем. Если мы его сломаем минут за 20, будет нереально круто. Ладно, продолжаю дальше себе фармить шапки. Потому что что-то мне подсказывает, что сейчас моя единственная задача здесь — это фармить себе шапочки. Сейчас я нафармлю шапки, да, и пока эти чуваки там будут со своими стандартными там шляпами пытаться сломать этот огромный подарок, я уже фул прокачанный сюда приду и добью этот подарочек. Ну и заберу свою награду, конечно же. Так, вот опять шляпа 4309 уровня. Я думаю, что отсюда мы точно сможем выбить себе шляпу последнего левела, то есть где-то 4500. Обычно шляпы на предыдущих уровнях выпадали максимально на 200 уровней больше, чем обычные шляпы. Поэтому здесь, в принципе, я думаю, что максимальный уровень шляпы — это 4500. Ну там плюс-минус, думаю. Так. Еще одну выбил. Нормас. Ну, в принципе, неплохо, да, получается. Так, эту снять. Ну и давай эту наденем. Так, у меня сейчас, в принципе, 4 шапки все надето. А, нет, 6. Короче, еще куча нужно этих шляп заменить себе. Но думаю, что урон у меня так неплохо увеличился. Блин, я хочу сломать этот огромный подарок. Мне безумно интересно, что мне с него выпадет. Вот прям нереально интересно. О, рарная шапочка. Так, клейм, награда. Рарная шапуля выпала. Шипуден. 27к урона дает плюсом. Еще 4 шляпы мне нужно выбить. В принципе, я думаю, еще боксов 20 мне сломать, и я получу все эти 4 шляпы. Так, вот опять шляпочка. Ага, уже есть. 5 шляп у меня уже есть. Давай дальше. Да, елки-палки. О, мне выпал шлем викинга Мохав Квариор. Это, видимо, шлем рыцаря тьмы какого-нибудь. Опасный шлем с тобой взяли. Так, в принципе, я уже все эти максимальные шлемы почти до конца дофармил. Все шляпки собрал.
Осталось совсем капельку. Сейчас еще и награду получу, 10 триллионов. О, да, найс. Уже все измеряется в триллионах, крутяк. Так, вот шляпа 4309 уровня. Давай мы с тобой вот эту шляпочку снимем. Вот это наденем. Ну и давай, последнюю шляпу бы сейчас выбить себе. О, кажется, я ее выбил. Да, я получил последнюю шляпу. Вуаля, 8 шляп из 8. Так, ну все, мы с вами собрали самый крутой пак, самый крутой меч, самые крутые шляпы у нас. И начинаем с вами ломать этот огромный подарок. Это будет очень долгая серия, приготовься. Ломаем мы этот ящик уже около, ну, может быть, минут 30. Хотя, на самом деле, мне кажется, что уже прошло часов 10. Я уже устал наблюдать за всеми этими цифрами. Да вы и сами все прекрасно видели, как медленно ломался этот подарок. Если мы сейчас сломаем его, и оттуда мне выпадет там один или два квадриллиона, знаете что? В баню этот подарок. Просто в баню. Я хочу, чтобы с этого подарка выпали все самые рарные вещи, которые существуют в этом симуляторе. Я уже получаю награды по 223 триллиона. Мне нужно наносить по пол квадриллиарда хпшечек. Сносить по пол квадриллиарда урона. Это жесть. Мы его почти сломали. Я в предвкушении уже, чуваки. Я в огромном предвкушении. Я не знаю, что нам оттуда выпадет. Я реально не знаю. Либо много денег, либо много гемов. Либо мы с вами получим каких-то супер редких питомцев. Либо мы с вами повысимся на максимальный уровень левел бонуса. Я не знаю, что произойдет. Ребят, пока мы с вами не сломали этот подарок, прямо сейчас напишите в комментарии, что вы думаете, что выпадет с этого подарка. Просто так и напишите. Деньги, шапки, питомцы, гемы, что угодно. Я прочитаю ваши комментарии после того, как я сломаю этот подарок. Ну что ж, один квадриллиард. Пипец. Все, перешли на триллионы. Ох, как они быстро уменьшаются. 900 триллионов. Оу, еее. Одно задание я точно завершу. А может быть, даже и два задания я смогу завершить. Так, забираем клейм. 512 триллионов прогресс. Да, я все-таки смогу, видимо, завершить это задание. Я очень на это надеюсь. Потому что я наношу больше всех урона. У меня прокачанный меч, как у этого чувака. У меня есть классные шапки. Но у меня есть огромное отличие. У меня супер большая скорость атаки. Просто нереально огромная скорость атаки. И поэтому я надеюсь, что я смог перебить всех этих чуваков по урону. И получу самую большую награду из этого подарка, которую вообще можно получить. Я думаю, что уже несколько десятков квадриллиардов хп я точно смог снести этому подарочку. Давай! Финишная прямая! Пипец! А-а-а! Я так волнуюсь, чуваки! Очень надеюсь, что я успею получить награду за квестик. О, господи! 100! 100! 100 триллионов осталось! А-а-а! Все, уменьшается со скоростью света! Держите кулачки! Держите! Скрестите пальцы! И мы его сломали! Воу! Так, и что я получил? 147 триллионов. 147 триллионов? А чё? Чё так мало-то? О! Я получил какой-то эпический шлем. Так, что это за эпический шлем? Давай посмотрим. Так, я завершаю квест сразу же. Офигеть, я опять получаю огромную крутую награду в виде гемов. Короче, что мне за шапка выпала? Какого она уровня? 4600 уровня. Ладно, видимо, последние шлема я могу снять. И, в принципе, сейчас я надену вот эти вот шлема 4600 какого-то там левела. Звучит достаточно круто. Так, ну что, в принципе, мы с вами сломали самый большой подарок. Мы с вами прошли весь этот симулятор. В принципе, мы с вами разблокировали все, что только могли разблокировать. Сейчас, конечно же, я должен открыть гем-сундук. Получить тоже небольшие бонусы, так сказать, да? Получаем с вами все гемы, собираем. У меня 3,5 миллиона гемов. Думаю, что они нам еще пригодятся. Возможно, когда появится следующая локация, которая очень скоро разблокируется, мы там сможем с вами использовать все эти гемы. Итак, идем с вами к волшебнику. Энчан, давайте с вами зачаруем себе самый классный шлем. Сделаем этот шлем самого большого уровня. Сделаем его самым-самым крутым. Добавим ему кучу левелов бонусом. Мы с вами прибавляем этому шлему 13 левелов. Нажимаем Apple. И готово. Опять же, собираю награду. Оу, е. Ну все, в принципе, у меня есть самый крутой шлем, который я только мог выбить для себя. Давайте-ка мы с вами зайдем в коллекцию.
Ну, как вы, наверное, заметили, из коллекции, в принципе, я мало каких крутых шлемов себе навыбивал. Я не выбил себе этот плащ, я забыл, как он называется. Вот этот шарик мы себе не выбили, крылья не выбили, еще один плащ себе не выбили. На самом деле, мы много чего себе божественного не выбили. Мы не выбили еще себе вот эти вот суперрарные шляпы, вообще ни одной. И это достаточно печально. Да, ничего легендарного мы с вами так и не смогли выбить из коробок. Ну да, шансы очень маленькие на то, что можно выбить вообще из этой коробочки хоть что-то себе годное. Обычно это какие-то рарные предметы, рарные шляпы. Когда доломается 1 миллиард 200 миллионов коробок, разблокируется сразу же эта локация. Я думаю, уже к завтрашнему утру мы с вами спокойно сможем попасть на эту локацию. Смотрите, реально прибавляется, когда я ломаю все эти ящики. Опа! Прибавилась еще плюс одна коробочка. Короче, если мы с вами будем активничать, то мы с вами, в принципе, сможем разблокировать следующую локацию до завтра. Окей, чуваки, подписывайтесь на мой канал, ставьте свои лайки. Напишите в комментарии, что вы думали, что выпадет из этого подарочка. Я думал, что оттуда выпадут какие-то редкие вещи, но на самом деле отсюда выпали всего лишь деньги. И причем не так много, как хотелось. Ну и шлем еще выпал. За него мы получили награду за квест. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми, и увидимся с вами в следующих видео. Адьос! Playtime!